был Bitch I'm a Ghost. Это вот очень круто, магия подвеска. Ну, как обычно, Маша рукожоп, собственно, что мы еще ждали. Ребята, вы волшебники. Девочки, всем привет! И сегодня начинаю видео, как я буду переделывать свою комнату. Моя комната мне вообще не нравится, то есть самая обычная комната, в ней ничего такого нет. Я хочу сделать себе прям классную, очень крутую. И первым делом мне подарили вот такую крутую подвеску. Смотрите, от Ю. Спасибо вам большое. Вот, и она тоже будет стоять, но немножко в другом месте. Мы будем снимать вот этот телевизор, потому что он мне не нужен. Нужно там будет убрать провода, мы туда... приделаем полки. Потом я сейчас буду искать картинки в интернете, чтобы наклеить над кроватью кучу картинок. С аниме какие-нибудь эстетичные фоточки. Вот, мне нужно будет это все вырезать, клеить. Вот, возможно, я хочу, чтобы ко мне кто-то пришел помочь. Может быть, я позову Полину, мы вместе с ней поклеим вместе. Вот. Но это не точно. Сейчас главное мне выбрать, я выберу, и тогда уже... буду приклеивать, это точно будет не сегодня. Вот, кстати, я нашла на Алиэкспрессе кучу штучек, но это все для компьютера, а у меня компьютер, знаете, как обычно, ноутбук. Я хочу компьютер большой, как знаете, отдельно клавиатура там стоит, отдельно вот монитор. Я прям очень хочу такой компьютер. Ну, не знаю, может, когда-нибудь у меня он будет. Красота-то какая! Лепота! Мечтаю. Вот. Ну, мне прям очень нравится уже эта подвеска, она очень крутая. Вписывается вообще. Чуть. Я украшу вот здесь, вот где телевизор. Там мы поставим полочки, разные тоже постеры большие наклеим. Вот эти картины мы уберем, потому что они просто вообще ужасные, стрёмные. Поставим туда зеркало, вообще будет, мне кажется, очень круто. Вот также лампочки какие-нибудь закажем. Вообще, мне кажется, будет очень топово. Вот со столом что делать, я не знаю. Я вот на Алиэкспрессе кучу всего нашла, но это тоже, блин, все для компьютера. Там такие клавиатуры классные, с Hello Kitty, блин. Но компьютера у меня нет. У меня только свой обычный маленький есть, неудобный. Вот, ну ладно, я сейчас буду искать картинки. И будем переделывать комнату нашу. Поэтому погнали! My friends are in the club, we'll go all night. I see you in the back, the mood is right. If I just had your number, I would let you know how I feel. You walk up to me, start dancing to the music and the chase. Короче, ребята, я наконец-то доклеила. Уже час ночи. Вот, ну, походу, мне завтра допечатывать отлично, потому что мне не хватило фотографий, штук, наверное, раз, два, три, четыре. Вот такие дела, поэтому я, наверное, буду завтра допечатывать. Вот, еще очень устала, реально, я сейчас... Завтра уже встретимся, кстати, у нас лента, вот эта вот светодиодная, которая лента. Мы заказали к ней переходник, потому что наши забыли дома, оставили. И заказали, и теперь эта лента вообще нифига не работает. Я не знаю, что с ней произошло. У нас 4 ленты, и они обе не работают с этим переходником. Мы закажем новый, посмотрим, будет работать, нет. Сейчас вам покажу, какая стена получилась. Девочки, уже следующий день. Вот наша стена. И нам привезли кое-что из Икеи. Короче, сейчас я вам покажу. Сейчас мы это все будем прикручивать. Нам привезли зеркало и полочки. Я сейчас вам покажу. Такие полочки. Вот на этой полке стопудово будет стоять вот эта вот надпись. Вон туда вот мы прикрутим это все. Еще вот такие две полочки, они поменьше, они намного меньше, чем это. И я хочу заказать игрушки, кстати, это специально оформлено, поэтому не смотрите. Короче, хочу заказать фигурки Funko Pop, называется, это не реклама, но это достаточно популярные штуки. Хочу заказать, поставить вот на эти полочки такие штуки, файлики. Покупаем. Так вот, это зеркало, оно просто гигантское. Я, честно, не думала, что оно будет такой большой, но оно реально огромное. Я не знаю, либо мы поставим его вон туда, либо мы его вот сюда поставим, но, скорее всего, сюда не поставим, потому что здесь все закроется тогда. Поэтому, вот, я, кстати, хочу его потом раскрасить, приклеить какие-нибудь, может быть, наклеечки вот сюда по бокам. Думаю, это будет круто. Господи, оно очень тяжелое. Ребята, короче, я сейчас буду разрисовывать вот это вот зеркало гигантское. Привет!
Я надеюсь, что мне получится круто. Я просто по бокам чисто его разрисую, а потом его повесим, потому что если его повесить, то я не смогу уже потом его раскрасить. А еще нам пришел ковер, короче, и мы его сейчас будем стелить. Ура! У меня наконец-то будет ковер в комнате. У меня вообще 100 лет не было ковра в комнате. Вот ковер. Я надеюсь, что он сюда поместится. Ой, да, поместился. Ой, он мокрый. Холодный ковер, потому что он, короче, после стирки. Класс, сейчас пойдем разрисовывать зеркало. Надеюсь, что у меня получится не какашка. Нарисовала Hello Kitty, это получилось ужасно. Просто я нарисовала облака. И вот теперь вот здесь я сейчас рисую куроми, но я сейчас отведу. И тоже здесь будут облака. И вот там вот внизу, я не знаю, мне рисовать что-то нет. Короче, жесть. Блин, мне вообще не нравится. Я хочу это стереть и нарисовать не Hello Kitty. Это же очень сложно. У меня кисточки будут очень толстые. Я хочу просто нарисовать Among Us и все. Потому что мне так лень. О, я уже не могу. Я эту куроми не могу нарисовать. У меня все криво, косо. Поэтому, скорее всего, я сейчас просто это нафиг сотру и нарисую Among Us. Это будет намного быстрее. Это будет быстрее, блин. И нарисую все, чем нарисовала вот это вот. Куроми сейчас вот это буду стирать. Вот это у меня она не высохла, поэтому она легко стерлась. Я не знаю, вот это она вообще сотрется. Я нашла только одного вот этого розового чудика, и то я не доказала, что мне нужно что-то куда-то нарисовать. Я должна там нарисовать. Там нарисовать, там нарисовать. Вот здесь я хочу нарисовать именно призраков, когда тебя убивают в Амонге. Вот именно этих призраков нарисовать. А вот здесь я нарисую еще одного вот такого. Только, наверное, может, фиолетового цвета. Вот, ну я очень устала уже нарисовать реально. Я сделаю вот эти вот типа точки, как в космосе у них там. И все, я больше не буду ничего нарисовать. Только вот эти вот штуки и вот как звездочки, и все. Я реально уже задолбалась. Девочки, я нарисовала там уже все. Просто бардак, обожаю. Я вот здесь сейчас рисую вот этих вот привидений и напишу здесь, типа, из песни «Boo, bitch and a ghost». Короче, вот. И вот этого привидения тоже нарисую. Ну, она, конечно, сейчас странно выглядит, как какая-то гусеница, но потом я нормально обведу. Как это и будет прикольно. Я почти закончила. Ура, боже мой. Блин, я забыла. Ой, мне еще надо, короче, дорисовать эти звезды. И я забыла, короче, дорисовать одному призраку эту. Росточек. Блин. Ай, я уже реально задолбалась. Я уже не могу. Я это делала 3 часа уже. С одним, блин, перерывом. Отлично. Класс. Я еще, блин, так криво написала надпись, но как-то теперь она вот так вот, как будто она сбоку я ее написала. Ну, как обычно, Маша рукожоп, собственно, что мы еще ждали. Вот надпись, это из песни, вот эти два призрака, и вот этому нужно рисовать росточку, потому что я вот здесь вот наверху рисовала росточку, поэтому там тоже надо рисовать и нарисовать вот эти звезды. И все, я закончу, наконец-то. Короче, я доделала там вот внизу, и там внизу типа есть надпись, наверху нет, как-то странно смотрится, поэтому я наверху просто напишу Among Us. Но ничего другого умного не пришло в голову, поэтому просто напишем Among Us. Я считаю, это очень логично. А так я все сделала уже почти. Ура! Все, я наконец-то закончила. Просто посмотрите на этот бардак. Пипец, ну я закончила здесь, я сделала Among Us. Вот эти два чудика, они живые тут. А здесь ниже мы проходим, и здесь они, короче, ой, привидения. Вот тут написано «Boo, bitch, I'm a ghost». Короче, вот два таких привидения. Я вроде доделала все. Я, возможно, что-то забыла, но вроде бы все. И мне очень нравится, как получилось. Я рада, мне, правда, сейчас нужно так все убрать, я уже и так устала. Ну, еще убирать, а потом я это поставлю сюда, но все равно я потом уберу. Я чисто для видео лайк поставлю вот сюда. Потому что мы это будем вешать, потому что оно может упасть. Вот я поставлю, сниму видео и положу куда-нибудь на пол. Потому что я боюсь, что он упадет нафиг и разобьется, и это все впустую будет. Ура! Ребят, я уже вырезаю тут последние картинки. Вот такую вот. Такие я вот распечатала маленькие такие, потому что там нужно пропуски заполнить чем-то, а я не знаю чем. Это мем Мини Нейджи. Я сейчас вырезаю вот отсюда, вот по контуру я уже вырезала. Цена, да? Вот, и сейчас будем туда доклеивать, а потом будем клеить светодиодную ленту. Наконец-то у меня будет фиолетовый свет в комнате всю ночь. Все, ребят, я вырезала вот три вот эти, вот это, вот это, вот эти вот. Ой, ё-моё. Змея Рачимару.
Цунада, Джирая, вот Гара и Наруто. И вот эта моя любимая фоточка, вообще обожаю. Ну ладно, давай склеить. Ребят, я наконец-то доклеила все, эта стена точно готова. Мне, кстати, осталось еще треть, кажется, у меня клей закончится. Поэтому я не смогу больше наклеить вот такой вот. А рачима у нас остался, какой клей себе. Ладно, вот такой. Да, и вот такая большая картиночка. Но их некуда клеить, поэтому оставлю себе. А так стена готова наконец-то. Ой, все, девочки, мы закончили клеить. Нам понадобилось две ленты. Мы не могли никак нормально понять, как соединить, потому что вот этот вот адаптер мы заказывали, потому что наш старый, он потерялся. Мы заказывали, и один вот этот адаптер вообще не работал. И мы пытались что-то придумать. У нас мы нашли вот такой тройник, что все нафиг соединили, вот так получилось. И тут очень неудобно, что у меня нет пульта, но здесь вот я могу менять вот этот штуки цвет. Вот, такие вот дела. Очень круто, сейчас мы выключим свет. Вот как красиво, вот эта вот лампа круто горит. Вот здесь очень красиво, вообще. Ура, наконец-то мы закончили. Девочки, ну вот и все, моя комната полностью доделана. Это наша легендарная стена. Также лента, мы сейчас ее можем включить. Вот. Кстати, она у нас вот так вот начала моргать, и она просто, походу, сломалась. Я ничего не могу просто нажать, потому что если я выбираю отдельный цвет, он, короче, начинает моргать. А, нет, ну, чего? У меня она была сломана вчера. Я не могла починить, я нажимала все, и когда начался медведь, все починилось. Ребята, вы волшебники. Просто. Вот наша как бы лента легендарная. Стена. Моя кровать. Тут, кстати, ничего не изменилось на кровати. Это вот очень круто. Моя подвеска. Зеркальце. Вот эти полочки, тут мы заказали фигурочки, короче, сезона. И они совсем скоро тут будут стоять, но я уже это все буду показывать, скорее всего, во второй части. Вот, поэтому ждите вторую часть. Ну, я хочу вам сказать спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Я, в принципе, очень довольна, что теперь моя комната выглядит прикольно, нормально, более-менее круто, потому что, когда я приехала, мне прям вообще не нравилось, я думаю, господи, что за фигня. Такая вот у нас была переделка комнаты. Я уверена, что будет вторая часть, потому что мы еще кучу всего будем туда делать. В основном это будет на столе, но не только на столе. Поэтому ждите вторую часть. Как только она будет готова, мы ее обязательно выложим. Я буду заканчивать этот видеоролик. Я говорю, как какая-то бабушка, которая снимает на YouTube. Все, я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Оцените мою переделку комнаты. Ну, а все, всем спасибо. Всем пока!